Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Ресурс Молд, с вами Северин. Как вы видите, вот такие у нас по городу остановки без крыш. Вот, то есть если дождик идет, пытаемся храбро стоять под ним и не жаловаться жизни. Эту остановку я снимал в 2010 году при правлении генпримара Дарина Кюртуака. Спустя год крыша из полистирола стала вся крошиться. Вот. И где-то на второй год она уже вся пошла кусками отваливаться. И спустя 6 лет от нее ничего не осталось. Сами видите, вот маленький кусочек полистирола. Зато рядом построили дома частные, делают бизнес во всем городе. Вот. Я сделаю окружную видеосъемку, чтобы вы видели, что это именно то самое место. Посмотрите, насколько в худшем состоянии сейчас стала находиться остановка. Какой она была в 2010 году и сейчас 2016 год. Все делается для людей. Я не знаю, кто, каким методом, каким макаром переизбрал Дарину Кюртуака на второй срок. Но город находится в страшном запустении. И все его обещания о европейской столице остаются всего лишь только обещаниями. Сами видите факты. Видео факты. Я с вами прощаюсь. Кишинев, 2016 год. С вами был Северин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока-пока. Бай-бай.